да, ты как всегда на высоте, красотка. Пора осветить этот мир своим видом. Согласен, ты прекрасна. Я слышал, ты любишь розы. Вот, держи букет. Спасибо тебе большое. Ну что за друг? Иди ко мне, милашка. Только не снова. А ты сильная. Я не буду целовать тебя за парочку цветов. Как насчет меня? Подаришь мне немного своей любви, детка? Да, дорогой, я ухожу со своим парнем. Пока. Парнем? Кэтнап? Какого черта? Извиняй, пацан, такова жизнь. Они понятия не имеют. Я этого не вынесу. Это чувство. Просто не могу поверить. Мы будем вместе, я сделаю все возможное. О, где-то у меня здесь есть. Да, идеально. Значит, поцелуй. Подойди и забери. Вот, блин, я со вчерашнего дня ничего не ела, сейчас упаду. Кажется, у меня где-то тунец завалялся. Тунец? Это шутка такая? Мне плохо. О, боже мой. Твой любимый вкус. Ты запомнил? Конечно. Вот плохо пристала, но ничего. Спасибо. Кэтну. Погодь, детка, я покажу тебе трюк. Зачем ты это сделал? Это вот вообще не смешно. Косточки, как здорово. Не сомневайся во мне, крошка. Ну, прости. А тебе пора уходить. Это еще не конец. Уже титры. Ты у меня самый-самый лучший. Кэтнап точно что-то задумал. А? Листовка? Конечно, это его план. Должно быть, он выпал. Нельзя позволить ему сделать это. Я должен ее предупредить. Ты такой заботливый. Извини, если поцарапаю. Ты же мой котенок. Да. О, нет, он ее убьет. Я не позволю. Любимый. Скорее, отойди от него. Он злой. Смотри, что он задумал. Нет, этого не может быть. Котенок. Стой, я понятия не имею, о чем говорит доктор. Он любит преувеличивать, понимаешь? Дай подсмотреть. Неужели настолько плохо? Ох, блин, как неловко. Это было до того, как встретил тебя. Я был другим котом. Но теперь я изменился. Что? Благодаря твоей любви. Моя новая цель — стать лучшим другом всех и каждого. Правда? Моя любовь растопила твое холодное сердце? Теперь ты хочешь дружить и строить мир, а не уничтожать его. Какой ты у меня хороший. Не верь ему, он лжец, прошу. Прости, что сомневалась в тебе. Ерунда. Любимый. Обманщик, это еще не конец. Эй, ну послушай меня, он будет тебя за нос. Хватит. Эй. Это ты врешь без конца. Нет, я пытаюсь защитить тебя. Взлиняй меня. Почему? Как ты могла? Я так тебя любил. Следы Кэтнапа? Это что, кровь? Что он натворил? Надеюсь, он ничего не увидит. Прозвучит странно, но надеюсь, они еще немного побудут вместе. Не хочу, чтобы он переключился на меня. Что же ты скрываешь? Кость моя, друзья! Не может быть! Что случилось? Кэтнап сказал, что охота почти завершилась! Это значит, он и ее заберет. Я должен его остановить! Котенок, что ты делаешь? Делаю, что люблю, охочусь! И без того, идиота, ты беззащитна, теперь прощай! Догдай был прав! Ты монстр! На помощь! Не утруждайся, он, наверное, рыдает в своей комнате. Давай сюда, я голоден! Кто посмел? А кто мог? Сейчас же перестань или добавить. Кто там? Догдай, ты пришел? Хоть кончиком когтя трони, тебя ждет маникюр, кошак. Я не знала, что ты такой смелый и красивый. И меня во все одно. Добыча! Я тебя не боюсь. Скажи пока своим зубам. Догдай, осторожнее. Я этого не вынесу. Что теперь будешь делать? Отпусти. Без игрушки не такой крутой. Лови птичку. Как ты смеешь? Ты заплатишь за это. Пока все идеально. О, язык мой, враг мой. Ты у нас шутник. Сейчас посмеемся. Черт, помни это ради нее. Вот тебе сделка. Не сопротивляйся, я проглочу тебя, не жуя. Еще чего, пожуй это. Моя лапка. Сработало? Да, это ты видала, что я сделал? Берегись, сзади, беги! Она от меня без ума. Плохо дело! Не ты слово. Повеселился и хватит. О, нет, теперь живот рыбой! Он рисковал ради меня. Я его не оставлю. Как это ты блохосборник. Лжец плешивый. Хватит брыкаться. Уйди уже, оставь нас. Примите свой конец. Прилядь, поспи. Ты в безопасности. Ты спас меня, мой герой. Ура, я люблю тебя. Хватит за мной бегать. Не бойся, я просто хочу немного поболтать. Фу, безопасность. Что они делают? Обожаю этот фильм. Эй, вы, тут разгуливает монстр. Что? Кто? Монстр? Он будет здесь в любой момент, мы должны. О нет, он уже здесь. Сделайте что-нибудь. Спокойно, дети. Привет, извините, я опоздала на киноночь. О, это была ты. Вы ждали кого-то еще? Зарытые косточки, она прекрасна. Давай к нам. О, это моя любимая часть. Да, герой такой крутой.
Какая милая, мы так близко. Интересно, что если я... Что с телевизором? Мы прерываем эту программу, чтобы сообщить. А? Он нашел меня. Бегите. Иди сюда. Мои друзья! Чуть не забыл про тебя. Эй, не трогай ее! Выглядишь вкусно. Держись, я спасу тебя. Идеально. Ты пожалеешь. Точно в руки. Приветик. Ты спас меня. Спасибо тебе, это было так храбро. Обычное дело для меня. Вернись, черт возьми. Давай, быстрее. Ее лапка такая мягкая. Может, не все так плохо? Нам нужно где-нибудь спрятаться. Сюда. Эй, раз уж мы в безопасности... Ты такой милый. Я вам не мешаю. Что? А меня чмокнуть? Отстань! Ну уже, хотя бы в щечку. Должно же быть что-то. О, я знаю, что делать. Шоу кончено, чудило. Получилось. Это было так клево. На чем это мы? На самом интересном. В школе такому не место. А вы кто? Здравствуйте, я мисс Делайт. Новая стрижка? Мне придется вас дисциплинировать. Ласточки! Тише, урок будет быстрым. Надо уходить отсюда. Вместе. Эй, вы вообще слушаете? Вернитесь, это для вашего же блага. Подумайте об учебе. О, я вас уже догнала. Амар, твой выход. Я! Вперед! А? Осторожно! Я! О, какие вы негодники. Где она? Готова, дорогая? Мисс Делайт, прошу, не это надо. Это воспитание. Наглая ребятня! Я жива? Догдей! Ты в порядке? Да, снова благодаря тебе! Я сделаю это опять и опять! Покажи еще раз! О, нет! У тебя хороший вкус, песик! Убери от нее когти, драный кот! Или я их уберу! Догдей! Не волнуйся, детка, сейчас все решу! Какой смешной! Присядешь не свою очередь! Не очень светлая идея! Нет, Догдей! Помоги мне! Отпусти ее, ты... Вставай, я знаю, ты можешь! Я должен спасти ее. А? Где же я? Догдей? Я одна. Неправда. Мы пришли. Что происходит? Аппетитные глаза, чурмаи! А ну стоять! Догдей! Сюда! Лад перелад! Как ты посмела! Ты вернулся за мной! Ты просто лучший! И не вставай! Теперь ты запомни это слово! О, ты такой отважный! Ты меня вдохновляешь на поступки! Ладно, герой, как насчет такого? Нет! Я собирался тебя пожалеть, но раз ты продолжаешь мне мешать, очевидно, ты хочешь проблем! Больше ничего не могу, не переживай! Догдей, сопротивляйся! Было весело, и кажется, я люблю тебя! Что? Ты серьезно? Прощай! Мы можем его разделить между собой, только он должен немного посодействовать! Ты делаешь его больно! Сейчас пройдет, какую половинку хочешь? Ты! Что ты наделал? Упс! Виноват. Догдей, я не смогла спасти тебя. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Это еще что такое? Догдей, я не спасла тебя. Но обещаю, я отомщу. Что? Что происходит? Ладно, ты получишь по заслугам. Это за то, что ты сделал с Догдеем. Нет, моя любовь, это еще не конец. Эй, готовься, шерстиглот! Хочешь поиграть? Заткнись и дерись! Давай, лети ко мне, прямо в лапы! Ты уже проиграл! Не возвращайся, чертов кот! Что это за скорость? Улетай! Наконец-то! Это место будет лучше без этой рыбной косточки! Догдей! Прости меня. Если бы я изначально была сильной, мы были бы вместе. Ой, какой милашка, только посмотрите на него. У меня сейчас выпрыгнет сердце из груди. Окей, этих батарей должно хватить, чтобы запитать дверь. Вставляем сюда. Надеюсь, сработает. Да, получилось. Теперь осталось... В жизни еще красивее. Кто там? О, странно, мне показалось, я кого-то слышал. Ну и ладно. Последняя. Начинаем вторую фазу. Я так долго к этому шел, но теперь я готов. Посмотрим, что ждет впереди. Игрок, дорогуша, давай поужинаем вместе. Мисс Лайт! Не
подходите ко мне и давайте без этого. О, моя голова. Зачем ты так? Куда ты убегаешь? Вернись. Почему вы меня добиваетесь? У нас слишком мало общего. Давай, давай, надо добежать до следующей двери. Что? Закрыто? Помогите! Ой, игрок. У меня для тебя сюрприз. Ну же, должен быть выход отсюда. Смотри, я взяла для тебя цветочки. Прошу, сработай. Любимые. Трус. Не принял их. Они так хорошо пахнут. Почему? Да, оторвался. До свидания, мисс Делайт. Пусть поужинает своими цветами. Серьезно? Снова вы? Игрок, бабочки в моем животе требуют хотя бы один маленький поцелуйчик. Страшилище какое! Перестаньте со мной бегать! Значит, будем по-плохому. Ты будешь моим, игрок. Только моим. Что это было за чертовщина? Ее губы были так близко. О, дверь открыта! Игрок, ты же не выход ищешь, да? Мисс Делайт, ну хватит уже. За что вы меня так мучаете? У нас с тобой есть незаконченные дела. От меня так просто не отделаться. Еще чего? Нам суждено быть вместе. Ноги, бегите быстрее! Иди ко мне, мой пупс. А, через мегафон вы были милее. Оставались бы в нем. Они закидывали меня любовью. Я просто хотела встретиться лично. Время следующего этапа наших отношений. Открой! Сдавайся. От любви не убежишь. Я еще в поисках себя. Что я еще могу сделать? Ничего, прошу. Стой, игрок. Дело в лице, да? Подождите, нет, это не из-за вашего внешнего вида, мисс Делайт. Посмотри, я не всегда была монстром. Это вы? Конечно, я! Мне очень жаль. Давайте я заряжу эту штуку, и дверь откроется. Да, спасибо тебе. Просто я... Простите, я не могу. Нет, почему? Вы больше не та девушка на фотографии. Внутри я все та же. Нет, я так не думаю. Ладно, ты сам этого захотел. Да, впереди конец уровня. Ты нехороший человек, игрок. Как вы выбрались? Ты судишь меня по тому, как я выгляжу. Я устала быть ненормальная. Трус. Нельзя заставить любить мисс Делайт. Еще как можно, и я заставлю. Это не пламя любви, это жаркое прощай. Так что пока, психушка. Эй, нечестно! Мы были бы счастливы вместе, но ты боишься любви! Я боюсь вашей съехавшей крыши, я сваливаю! И больше не подходите ко мне! Я не дам тебе так просто уйти, особенно после всего этого! Все кончится здесь, я закрываю дверь! Не делай мне больно, пожалуйста, дай мне шанс! Нет, я не... Мисс Делайт, прошу, не плачьте! Ты разбил мне сердце! Нет, я не хотел! Я просто... Я должен закрыть дверь! Что? Ты глупец! А? У тебя был шанс убежать! Я тебя прикончу! Вниз! Прощай! Нет, игрок! Открой мне! Прощайте навсегда! Мисс Делайт! Он тебя найдет! Пожалуйста, отстань! Да ладно, я придумал новую игру! Я не хочу с тобой играть! Черт! Кэтнап, что ты хочешь от меня? Что не так, доктор? И почему ты бежишь, как угорелый? Кэтнап, давай поговорим! Мне плевать на твои слова! Что подумают остальные? О, не беспокойся! На них у меня другие планы! На твоем месте я бы беспокоился за свой хвост! Красный газ, остановись! Нет! Прошу, во имя закрытых косточек, отпусти! Осталось только убедиться, что ты не убежишь! Нет! Кэтнап! Не надо! Аппетитные ножки. Мои ноги? О, нет! О, не кричи, больно не будет. Что это было? Кто там кричит? Этот крик был будто из страшилок. Жуть какая! Что случилось? Я связан? И какие у него на меня планы? Мои ноги. Каким монстром надо быть, чтобы совершить такое? Он правда сделал это. Мне конец. О, ребятки. Кто его пригласил? Вижу, вы мне рады. В любом случае, мне нужна ваша небольшая помощь. Что вы все решили мне помочь. Итак, кто голоден? Помираю с голода. Доктор уже ждет вас за столом. За мной. Звучит здорово. Звук был отсюда. А что с тобой, дружок? А тебе-то что? Выглядишь ужасно. Надо найти способ помочь ему. Просто оставь меня. Он скоро вернется. Эй, а? Пить хочешь? Держи водички. Ладно. Да, пей. Хороший мальчик. Вот это жажду. Оу. Рад, что тебе нравится. Спасибо. Дождаться не могу, попробовать тут или нет.
Молодец, дружок. Уже лучше? Хорошо, хорошо. Так пить хотелось. Я знаю, что тебе понравится. Смотри, что я тебе принес. Как ты узнал мое любимое блюдо? Я так и думал. Скорее, ребят, я есть хочу. Все точно по плану. А, тебе нравится, да? Какой хороший мальчик. Может, тут игрушки есть? О, ты вернулся? А что? Обед здесь, ребят! Налетайте! Что? Какого черта вы творите? Эй, вы зачем так с ним? Умоляю! Слезьте с ним! Какие злые штуковины! Эй, а ну перестань, ты не слышишь? Это гипноз Кэтнепа. Уходи, пока не поздно. Друг, даже не думай. Я защищу тебя. Хорошо. Буду стоять на страже и освобожу, как только будет шанс. Друг! О, нет. Вкусно. Да, ты смог. Я же сказал, что помогу. Этот человечишка, я покажу, что случается, когда ты портишь мои планы. Немного газка не повредит. Пока я здесь, никто тебя не тронет. Я чувствую себя странно. Игрок! Какая опасная игрушка. Кэтнеп! Ей можно и навредить кому. Надеюсь, ты не против, что я ее заберу. Что ж, тогда и продолжим пир. Давайте уже. Будет вкусно, время есть. Не надо, мы же друзья! Что случилось? Как вы можете так поступать? Блин, подожди, я спасу! Что? Что случилось с моими руками? Дружок! Хотя бы мне тебе надо бежать! Бежать! Что? Хотя я в порядке, но так хочу есть! Ты хотел мне помочь, так иди сюда! Дружок, что с тобой? Это же я! На что я наступил? Огненная рука! Ну же, игрок, зачем все усложнять? Больно не будет! Не заставляй меня, я не хочу стрелять в друга! Ты! Я тебя, игрок! Я взял контроль ненадолго! Это ты? Значит, я могу спасти тебя? Вернуть тебя в норму? Нет, я не могу их сдерживать долго! Игрок, ты должен сделать это! Прекрати мои страдания! Что? Дружок, я не могу! Пожалуйста! Тогда мы съедим! Игрок, у нас нет времени! Я не могу, черт возьми, мы с тобой друзья, это неправильно! Это было недолго, но я провел каждую секунду с тобой с удовольствием. За долгое время здесь ты единственный, кто так хорошо ко мне относился. Октей! Ты божественно чесал мне за ушком, прямо профессионал, так что не грусти. Октей! Ты подарил мне лучшие моменты жизни. Я не могу представить лучшего конца, встретив такого хорошего человека. Я уйду с прекрасными воспоминаниями. Игрок, мой друг, прощай. Плечи отваливаются. О, черт! Мы видим тебя, Догдей. Вот черт, надо выбираться. О, нет. Вы проголодались, ребятки? Время обеда. Вы ополоумели? Назад, прочь, прочь. Давайте по очереди, он весь наш. Потрошка. Не смейте, хватит. Это будет весело, места на всех хватит. Стоять, Люска. А, ты? Бесчувственная тварь. Они копошатся. Ты ничего нам не сделаешь. Это мы еще посмотрим. Мое ухо. Раз, два. Вот так. Я их поймал. Охота окончена. Вы вернетесь туда, откуда вылезли, и там оставайтесь. Ты спас меня. Делов-то. А теперь самое интересное. Что нет? О, как хорошо. Не бойся, я тебе позабочусь. Будет немного больно. Нет, хватит боли, прошу. Поверь мне, я все исправлю и верну тебе твои ноги. О, ты сохранил их, ты лучший. Да, я такой. Начнем. А теперь расслабься и приятных снов. Какой странный сон. Но мои ноги, и они работают. Это лучший день в моей жизни. Та-та-та-та-та-та-та-та. Спасибо, Кэтнеп. Это меньше, чем я мог... Кто там? О чем это? Думаешь, ты самый умный, но все, ты меня разозлил. Где ты прячешься? Я научу тебя манерам. Приветик, ты что, слепышь? Не может быть. Опять ты. И на этот раз я не боюсь тебя, котяра. Убери от меня свои хваталки. Вот черт, промазал. Попался. Прокололся. Да, так и есть. Подойди. Ближе, трус. Я не могу. Как на рыбалке. Я гораздо хуже Крюгера. Я же говорил тебе, не зли меня. Черт, что это было? Нет, не подходи. Делу время по тихий час, как говорится. Как считаешь, что из этого тебя ждет? О, я думаю, можно и совместить. Чудовище!
О, точно! Это вариант! Совмести лучше мозги со своей башкой. Пока-пока! О чем ты? Черт! Дебильный чел! Как ты это сделал? А не надо было меня недооценивать. К тому же, посмотри на это с другой стороны. Теперь ты будешь полон энергии. Что это? Нет! Больно! Не надо! Прошу! Помоги! Я горю! Прости, Кэтнап, но на этот раз тебе придется заплатить за ущерб своей жизнью. Больно! Помоги! Ну хватит глупых игр! Поверьте мне, я вылечу тебя! Нет! Я не хочу! Я исправлюсь, обещаю! Не трожь моего друга! Мы же друзья, да? О, конечно! Осторожно! Отцепись! Ты чертова собака! О, боже! Тебе нужна дрессировка! Ну попробуй! Я тебя! Чертова железка! Ты мне больше не хозяин! Хватит! Кэтнап, держись! Страдай! Твой плюшевый друг тебе не поможет! Что? Думаешь, ты сможешь нас победить? Ты все испортишь! Уйди с моей дороги! О нет, сбой системы! И не возвращайся! Кэтнап, ты как? Я в порядке, но ты ранен! Ничего страшного! Я помогу, это моя вина! Я не должен был его слушать! Ты спас меня, мой друг! Дружище! Ты слышал, что-то тут не так? Я же говорю, здесь никого нет! Ты что, темноты боишься? Вовсе нет! А что это было? Кто там? Просто банка. Соскучился? О нет, я так и знал, сделай что-нибудь. Погоди-ка, как ты сюда попал? Посмотри на меня, ты прекрасно знаешь, что ты со мной сделал. Эй, никого не напоминает? Ты же не думал, что меня можно просто запереть, а, братишка? Нет, я все объясню. Ты правда думаешь, это был я? Да, ситуация. Попался. Ты не ведаешь, что творишь, прекрати. Сначала это, а теперь... Ай, вырубай! Назад в будку, чертила. Ничего не случилось? Мой черед. Слушай, может мы... Он же его на части порвет. Умри. Итак, на чем мы остановились, брат? Я не хотел, правда. Нет, нет. Обнимемся, братишка. Нет, не приближайся. Ах ты гад. Какого черта? Оставь его в покоях. Ты мне надоел. Не смей. Не стоило мне мешать. Ну что ж, братишка. Так просто он не остановится, надо подумать. Где ты? Я пришел поговорить. Слепошарик. Что это? Я очень умно смотрю, ты рад меня видеть. Тихонечко. Куда ты собрался? Ты делаешь только хуже. О, моя голова. Где я? Это что еще такое? Замечательно. Ты станешь моим подопытным. Теперь ты узнаешь, каково быть преданным. О нет, меня сейчас поджарят. Прежде чем приступить к эксперименту, я кое-чем поделюсь с тобой. Я всегда был тут лишним. Выше! Вот так, Буба! Привет, ребята! Можно мне с вами? Скажи, чтобы ушел! Присоединяйся, конечно! Фу, спасибо! Попробуй, дружище! Вот увидишь, я в этом мастер! Не парься, ему наверняка не понравится! Готовы? Начинаем! Со мной не хотели играть, потому что я якобы все портил! И наверняка так и есть! Быстро! Осторожно! Черт, ну вот опять! Ты чего наделал, дурачья? Бубочка! О нет, погоди, я помогу! Ты так достаточно сделал, вали отсюда! Они не понимают, что я не специально! Гори! О, братишка! Здорово! Привет, ребята, давайте поиграем вместе! Да, отличная идея! Попробуй поймать! Да легко! Надеюсь, вы готовы увидеть мои навыки! И понеслась! Хоппи, ты в порядке? Ах ты, блохастый мешок, убирайся! Я так и знала, нельзя с тобой играть! Может, поиграем во что-то другое? Оставь меня, мне не нужна твоя жалость! Подожди! Меня ждало разочарование за разочарованием. Хватит уже реветь! О, это уже интереснее! Классный тортик, да ему чего-то не хватает, позвольте. Будьте внимательны, еще немного шоколада сюда и вот сюда. А теперь последний штрих. Вот настоящий торт. Да оставь нас в покое. О нет, лучше я пойду. Пропаливай. Но я все равно не сдавался. Кэтнап, что ты рисуешь? Это ты, это так ничего. Просто себе в кругу друзей. Ну, как тебе?
Чего? Миленько, но чего-то не хватает. Что? Что? Кретин, ты все испортил! Не злись ты так, я просто хотел помочь. Ох, я пойду. О, привет, смотрите, что у меня тут. Я просто уйди. У них не очень хороший вкус, может, у вас получше? Хватит уже, ты все портишь! Как видишь, шансов у меня нет. Ты зашел слишком далеко, убирайся. Нет, постойте. Нет, нет, не надо. Да вы психи. Нет, ребят, вы чего? Ему же больно. Ломите ему. Мне ужасно жаль, правда. Ой, подпустите меня. Но он не хотел. Куда вы его тащите? Он мой брат. Помоги, Огни, не отдавай меня. Нет. Злобным собакам нужен ошейник. И клятка вместо бодки. Слишком туго, мне больно. И они заперли меня. Совсем одного. Вот теперь ты не будешь нас доставать, пока неудачник. Не могу поверить, я отомщу. Они смеялись надо мной, а ты ничего не сделал. Мне так жаль. Поздняк метаться. Нет, чем я такое заслужил? Братик, разве ты не помнишь? Бедняга. Они идут. Он это заслужил? Да, точняк. Надо только стянуть ключ. Наконец-то. Я могу заняться любимым делом. Ай, доброй ночки. Долгожданный покой. Все будет хорошо. Но пока Кэтнап и остальные спали, я забрал ключ, а потом отправился за тобой. Я нашел тебя таким подавленным, измученным. Я не мог противостоять им в одиночку. Я должен был спасти тебя. И как можно скорее, пока все спят. Я был тем, кто спас тебя из этого ада. Я сделал это для тебя. Как? Что я наделал? Но у тебя еще есть время. Они сами виноваты. Хватит. Я был плохим братом. Как я мог тебя обидеть? Прости меня. Сейчас я тебя вытащу. Ты что задумал, злобный монстр? Психопат! Убить его хочешь? Эй, все сюда! С ним пора покончить. Ах ты, мучитель. Нет, 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 это не то, чем кажется. Ай, нет! Вы не понимаете, я не хотел. Мы не хотели тебя бить. Ай, умоляю, хватит, а что ты, помоги. Я опять тебя подвел, прости. Дотянуться бы. А, Кэтнеп, ты с ума зашел. Да ты чего, они ж совсем тупые, не веришь? Лови. Нет, 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 ай! О, нет, кровь! Ладно, я соврал, я их только наточил. О, нет, все вышло из-под контроля. Да, снял. Прощай, жестокий мир. Нет, вы его больше не тронете, только через мой труп. Отвяньте. Да, ты что делаешь? Я не понимаю, он же садист. Нет, 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 он совсем не такой. О, ты за меня вступился. Он может быть немного грубым, немного неуклюжим и даже немного диким. Но кто идеален? У всех нас есть недостатки. Ты о чем? Например, Буба, который не очень хорошо ходит и наступает мне на хвост. Прости. Да ничего. Или Пиги вечно ворует еду из холодильника. Люблю. А что насчет Бобби, а? Иногда ее внимание утомляет. Это тебе. О, спасибо. А Хоппи вечно бесится и вопит. Крафти громко визжит, а Кикин вечно трещит. И Кэтнап с его ядовитым дымом. Потом глаза не разлепить. Но мы такие, какие есть. Да, наверное, мы перегнули палку. Может, обнимашки все исправят. Ох, ребята. Иди сюда, большой брат. О, боже, я бы сейчас не отказалась от помощи. А? Ты? О, нет, я помогу вам. Давай, открывайся. Они уже открыли. Какой ужас, мы в опасности. Сзади! Ну уже, времени мало. Одна есть? Здорово. Ты в порядке? Да, вы свободны. Спасибо тебе, игрок. Что нам делать? Вам конец. О-оу, как бы не так. Получай. Меняем калибр. Нападайте. Ты заплатишь. Это все, что у вас есть, чудилы? Конечно нет. Ауч, убери от меня твои зубы. Стоп, не сдалай. Ты обо мне не волнуйся. Спасайся сам. О, нет. Хватай их. Они приближаются. Надо бежать. Я бессильна. Это мой конец. Позвольте мне помочь. О, спасибо, игрок. Мой герой. Погнали. Они совсем рядом. А ну вернитесь. Не дайте ему бежать. Дело плохи. Поймала. Ёшки-макарошки. Ешьте меня. Мисс Делайт. Игрок, моя песенка спета. Спасайся. Иди без меня. Не говорите так. Я буду драться до последнего вздоха. Нет. Брысь от меня. Так-то лучше. Мисс. Прощай, игрок. Спасибо за все. Я не успел. Простите. Я горжусь тобой. Ты хороший парень. Нет, мисс Делайт. Вы тоже хорошая, но и я. Что вы задумали, паразиты? Не трогайте меня. Ням-ням. Хватит.
Я не знаю, правильно ли поступаю, но сейчас я должен встретить свои страхи лицом к лицу. Он вернулся, да? Хочешь подраться, трус? Вас больше. И кто тут трус? Мудро для покойника. Ты... Не сможешь. Победи! Так, значит, я вам покажу, где раки зимуют. Вот это пошуйте! Он силен! Оставьте ее! Нет! Проклятие! А вот на этой ноте вы убегаете! Никогда! Ха! Вы ошиблись, выбрав меня жертвой! Нет! Стой! Нет! Он опасен! Кому добавки? Совсем поехавший! Вам крышка! О-оу, патроны кончились именно сейчас! Черт, это плохо! Повтори-ка, что сказал! Крышка тебе! Игрок, берегись! На него! Тебе это больше не нужно, скажи прощай! Мой хвататель, так нечестно! Господи, боже мой! Вам это слаб не сойдет! Игрок, мне нужно... О, мои ноги и Моргенштерн! Я скучала по тебе, Барби Бар! Да, теперь я готова! Кой затеял нечестную драку, Моргенштерн и мисс Делайт накажут вместе забияку. Делайт же вас скучали по мне. Кость собачья! Я вас всех отучу! Бежим! И не возвращайтесь, ты в порядке? Голова болит, но вы спасли меня. Мы сделали это вместе. Спасибо вам. Ножки отпад. Спасибо.